Не обошлось и без выездов по городу. В районе концертного зала фестиваль с подпорной стены упал мужчина, получил перелом позвоночника. Спасатели при помощи вакуумной шины зафиксировали позвоночник и голову 57-летнего жителя Белореченска, после чего на жестких носилках транспортировали мужчину к автомобилю скорой помощи. А сегодня в 3 ночи медики сообщили, что на улице Донской произошло ДТП, в результате которого в легковом автомобиле зажало человека. Спасатели деблокировали пострадавшего, 23-летнего сочинца, и передали его врачам.